Дмитрий Мельников, машинист тепловоза локомотивного цеха ММК, был удостоен звания «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации». Торжественная церемония вручения государственных наград состоялась накануне в Челябинске. Медаль Дмитрий получил из рук губернатора области Алексея Текслера. Наша съемочная группа побывала на рабочем месте машиниста и попыталась проникнуться романтикой железных дорог. Основной транспорт, который используется на ММК, железнодорожный. Ежегодно по комбинату курсирует более 100 миллионов тонн груза. Протяженность железнодорожных артерий почти 800 километров. Такого предприятия в России больше нет. Мысль о профессии машиниста пришла к Дмитрию еще в школе. Он изначально хотел работать с транспортом, причем неважно каким. Порекомендовали, попробуй вот эти машины. Посмотрел, потрогал. Мне понравилось, пошел учиться, выучился и сейчас работаю и наслаждаюсь. Вот так, попав в кабину локомотива, Дмитрий понял, что это на всю жизнь. Железная дорога очаровывает, но вот чем именно, сказать сложно. Словами не сказать, это просто надо почувствовать. Вот прям, что вот помощники, что машинисты, вот все, которые работают, у них у всех какое-то создается мнение. Ну и как вот и говорят, правда, что в одном слове, вот это вот романтика. Первый раз в локомотивном цехе Дмитрий Мельников побывал в 1991 году, когда проходил здесь практику, а уже в 1994 году после армии он устроился сюда работать помощником машиниста. Без отрыва от производства закончил курсы машинистов, и вот спустя 10 лет в 2004 году первый раз поехал на тепловозе самостоятельно. Дисциплина и ответственность – вот главные качества, которыми руководствуется Дмитрий Викторович. Никогда не было ни замечаний, ни претензий, всегда характеризовался только с положительной стороны. Вышестоящим руководством, имеет почет и уважение от своих же работников. Всегда выручит трудную минуту. Можно положиться на него как на товарища, как на друга, как на рабочего. Звание «Заслуженный работник транспорта» – яркий пример того, что человек находится на своем месте. Торжественная церемония по вручению наград состоялась в Челябинске 1 декабря. Медали награжденные получили из рук губернатора Алексея Текслера. То, что Дмитрия Мельникова представили к такой награде, стало для него неожиданностью. Чувство праздника, радость, конечно, за себя и за ребят. Эта награда, это чисто награда, она коллективная. Мое мнение такое, если бы не коллектив, я бы, может, звание такое не получил. А только вот благодаря коллективу, то, что вместе, сплоченно, и вот результат. Павел Берсенев, Георгий Бадаев, телекомпания ТВИ.